Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные луковые блинчики. Лук в таком виде охотно едят даже дети. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Две луковицы среднего размера натираем на мелкой терке. Добавляем одно яйцо, пол чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара. Размешиваем. Добавляем 200 мл молока, несколько перьев измельченного зеленого лука, 50 мл кипятка, 20 граммов подсолнечного масла, 100 граммов просеянной муки и замешиваем жидкое тесто. Даем тесту постоять 10-15 минут. Затем разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом. Наливаем порцию теста, распределяем его по всей плоскости и выпекаем блинчики до получения золотистого цвета с обеих сторон. Огонь при этом должен быть выше среднего. Готовые блинчики смазываем сливочным маслом и выкладываем друг на друга. Смазывать сковороду больше не нужно, вполне достаточно сделать это перед первым блином. Из указанного количества продуктов получается 6-7 блинчиков. Диаметр сковороды у меня 24 сантиметра. Вот и все. Очень вкусные и полезные луковые блины готовы. Подавать к столу такие блинчики можно как в горячем, так и в холодном виде. Желательно со сметаной. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.